Совсем недавно закончился конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Как прошло открытие, закрытие, официальная часть, вы, конечно, знаете, и многие наверняка смотрели. Но вот что происходило на бэкстейдже и как устроена «Новая волна» изнутри, вот об этом нам расскажет Алена Ланская. Целый мир тебе дарю. Дело в том, что я в мае месяце познакомилась с Игорем Крутым. У него был концерт в Минске, и после концерта я подошла к нему, подарила свой диск, и поступило предложение, чтобы приехать спеть нам в Сочи на «Новой волне». Вы же помните, первый раз в этом году «Новая волна» проходила в Сочи, поэтому и белорусская певица приехала с премьерой новой песни «Сердце на ладони». Алена призналась, что сильно волновалась, плюс в последний момент выяснилось, что она не сможет петь свой микрофон. Хотя, если бы не эта техническая накладка... Переживала, волновалась, первый раз исполнила песню, потом понимая, что надо идти что-то отстраивать под себя. Пока я сходила, отстроила и не заметила, как в зале уже собралось какое-то определенное количество людей. Я начала петь второй раз эту песню на репетиции. И только я закончила петь, я слышу из зала так аплодисменты. Я открываю глаза и я вижу, Дима Билан сидит. И он сам ко мне подходит и говорит: мне так понравилось, как вы исполняли песню. Вы так тихо начали, потом как дали энергетику в конце. Расскажи, как сама концертная площадка? Я знаю, в этом году построили какую-то такую большую сцену. По телевизору оно намного больше кажется. А так вообще сцена где-то как как сцена нашего амфитеатра в Витебске. Как был организован бэкстейдж? Все очень грамотно и профессионально организовано. Сами гримерки находились, наверное, метров 300 от сцены, и поэтому между гримерками и сцены ходили баги. То есть можно было спокойно сесть, и тебя отвезут на площадку буквально за 2-3 песни до твоего выступления. За наших девчонок инжир болела? Конечно же, я видела девчонок, и это был уже, они исполнили вторую композицию свою. Я увидела Таню Комарову, она была немного расстроена. Я говорю: чего ты расстраиваешься? Это же все-таки конкурс, и я максимально пыталась поддержать девочек. Песню, которую Алена Ланская презентовала на «Новой волне», можно уже услышать на наших радиостанциях. А сама певица сейчас готовит большой тур по городам Беларуси с программой «Настоящее».